Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Steampunk Tower 2. Отлично, в общем, я определил местоположение источника сигнала. Он где-то в Италии. Ага, задание устаревшей технологии завершено. Ну что значит где-то в Италии? И это называется определил местоположение? Еще бы сказал, где-то в Европе. Сигнал очень слабый, я почти пропал. Я знаю примерно, откуда он идет. Мне нужен доступ к радиовышке где-нибудь в Италии, и тогда я определю точное место. Насколько мне известно, самая крупная радиовышка в Италии сейчас находится под контролем фанатиков культа. Возможно, они знают, что эта информация опасна для них, и делают все, чтобы не допустить ее распространения. Нам нужно отбить эту радиовышку. Мое чутье говорит мне, это очень важно. Ну, как обычно, нельзя просто прилететь и подключиться к антенне. Там обязательно будет дежурить взвод фанатиков-диверсантов. Задание. Взвод фанатиков культа контролирует радиовышку на востоке Италии. Она нужна мне, чтобы определить источник сигнала. Отбейте вышку и дайте мне время на расшифровку. Уверен, сигнал передает важную информацию, которая поможет в борьбе против культа. Так, открыть Италию и захватить местный ретранслятор. Ага. Местный ретранслятор. Так, давай-ка мы спин, наверное, крутанем. Что у нас там по деньгам? 10 горючки получили. Блин, нафиг мне, нам горючки, если у нас и так вон. Нам же не прибавится же, 80 не будет. А, будет. Так, ну ладно. Значит... Ого. Все зоны являются территорией Италии. Граничит с линией фронта. Влияние культа среднее. Разведать. Опа, новая территория, новая локация, друзья. Так, значит, воздушные, роботы, прототипы, танки. А я могу что-нибудь улучшить? У меня же нет, по-моему, да? Детали. Нет, есть. Е. Так, что у нас? Улучшенный механизм ускорения. 5 к скорости стрельбы. Больше места для снарядов. Плюс 5 снарядов. Да, я, наверное, возьму больше снарядов все-таки. Чем эту скорость. Хотя и скорость нужна бы. Так, включайте себя, посмотрите и получите ящик с наградой. И ящик с наградой. Ну, это надо делать за кадром уже. А разбирать я пока ничего не буду. А вот что-то надо мне поставить на улучшение. Улучшение для всех молний. Лабораторный комплекс для проектирования и тестирования пушек на базе технологии электропушек. Не хочу. Лабораторный комплекс для проектирования и тестирования пушек на базе технологии циркулярных пил. Вот это я, наверное, возьму улучшить. Циркуляры. Ну что, а мы двигаемся. Попробуем. Так, что нам тут взять? У нас... Да я, наверное... Наверное, так и оставлю. В бой. Попробуем сейчас отбить. Ну, во-первых, глянем, что тут у нас. Какая больше техника будет, конечно, идти. Жми сюда, жми сюда. Поехали. 4 волны будет. Электропушку бы, конечно, вот эту бы прокачать. Новый враг шок-робот. И что, он будет вырубать мои пушки, что ли? А что он такой мощный-то? Ё-моё, я так и думал. Друзья, я так и думал, что эта пушка, этот робот будет вырубать мои пушки. Так, ладно. Поехали. Что-то я маленько поспешил, надо же было восстановить, наверное, энергию нам. Там танки ползут.
Блин, а энергии-то хватит ли у меня? Оу, щит. Блин. Хватит ли мне зарядов? Вот о чем я сейчас думаю. Вот против тяжелых очень хорошо бомбардировщики работают. А пилы вообще не алло. Сейчас зарядим. Сколько, насколько это возможно. Давай, выползай. Ну, это обычные турели. Ага. Блин, вон он, ползет, ползет. Не, это не тот, это не шок-робот, это обычный робот. Как их там, робот-прототип, по-моему, называется. Так, у всех полно энергии. Так, ну что, с третьей волной мы справились. Ё-моё, тут вообще зарядов нету. Фига себе они тут. Ты смотри, что вытворяют. А чё такой расколбас-то жесткий пошел, эй! Посмотри! Вот эту пушку вообще не... Да... Эту пушку мне просто не дали, ребята, даже использовать. Они ее постоянно держали в стане. Нафиг, нафиг, такое счастье. Блин, а что тогда делать-то? Просто не выпускали мою электрическую пушку из стана. Не выпускали вообще. Паровой луч я тратить не буду. Пускай накапливается. Да. Просто из стана не выпускали. Я еще туда вернусь, ребят. Они думают, что я просто так это все на этих спущу. Нет. Я буду их добивать там. Что за звуки? Что за колоконный звон? Давай ускоримся, наверное. Ну, со второй волной, я думаю, справимся мы тут. Ну, погнали. Да чё вы с этим-то не разбираетесь? Стоят, главное, блин. А кто их опять подбивает? Почему они опять в стане у меня? Я не пойму, кто их вырубает.
Очень интересно. Гранатомётчики тебе достали. Это только третья волна. Ну все, ты отстрелялся, у тебя энергии больше не осталось, парень. Что, последняя, надеюсь, волна? Нет, ты копи, копи энергию. Вон, вон, базучки идут. Вот эту пушку надо, ребят, прокачивать. Она у нас, считай, как идет основа. Да, у нее слабенький урон, но она идет как основа. Она бомбит по всему, и по наземным, и по воздушным целям. По-моему, ага, по-моему, все, не все еще. Коготь, у него атака 30-40. Ну, последний, наверное. Шагоход. Так. Йоу. Да, блин, он тут еще и не один. Этот шагоход, блин, ты посмотри. Ему по барабану рикошетит от него патроны. Все мои пушки, естественно, ребята, перезаряжаются, как всегда, вовремя. Пила, ты хоть бомбить будешь, нет? Блин, мы одну звездочку, ребята, уже продинамили. Да, шагоход. Ну ты понял, да, что не фул награду получаем мы. У нас есть луч. У нас есть луч. Я надеюсь, лучом мы сможем отбить последнюю волну здесь, где вот я встрял. Обидно, конечно, что у тебя энергия заканчивается прямо вот, как вот элитники босса идут, всякие, да, враги. У тебя сразу энергия заканчивается. Хотя вроде бы до этого ты не чувствуешь такого прям напряга с этой энергией. Так, ну тут ускориться можно. Первая волна — это так себе. Первая, вторая — это такие разминочные, так скажем. Вот с третьей, да, начнется как это жестнее просто. Так, этих подбили. Последний тут остался. Так, давай восстанавливать быстро снаряды, насколько это возможно. Все, уже пошли. Ой, у этих сейчас закончится все.
у электропушки тоже закончится, да, я смотрю. Это плохо. Пока нет слов. Главное не забыть про паровой луч. Эти же, по-моему, да, станет нас. Ее ракетами бомбашат. Блин, паровой луч пора использовать. Так а чё он? Блин, он ещё застанил меня всех. Ну ты посмотри, а. Они не... Он достает по нам, а мы по нему нет, блин. Вот только электропушка может до него дотянуться. Нет, бомбим потихоньку. Все. Блин, трэш какой-то. Просто трэш, но мы прошли. Замечательно. Дайте мне немного времени, и я найду источник. Так, радиовышка завершена. Лорд Бингем, мы заполучили запрос о помощи от итальянского правительства. Культ захватил фронтовой лагерь реабилитации солдат. Они остановили продвижение врага, но боятся проникновения агентов культа на территорию Италии. Пока Винсент занят поиском источника сигнала, мы могли бы помочь им отбить лагерь в качестве оплаты. Они обещают передать технологию небольших ракетных установок. К черту сигнал! Мне нужны эти чертежи, я наконец-то смогу создать систему залпового огня. Командор, разбомбите этих фанатиков. Будем действовать, как всегда, осторожно. Действительно, нашествие оракулов культа может превратиться в большую проблему. Уничтожим основные силы и захватим лагерь реабилитации. Часть фронта в предгорьях Альп была прорвана, и культ захватил лагерь реабилитации солдат. Армия отступила из-за появления невиданных ранее шагающих машин. Нам нужно отбить лагерь обратно, но будьте осторожны с этими шагоходами. Возможно, лучше вооружиться пилами. Пилами. Так, вот здесь, да, получается? Шагоходы. Стоп, а детали у меня есть для улучшения? Дай-ка я гляну. Пилами, говорит. Но на самом деле, неплохо было бы даже улучшить. У меня, наверное, не хватит. Не хватило. Чуть-чуть. Ну, как думаешь, справимся? Я не знаю, ребят. Попробуем, конечно. У нас кристаллы есть? Нет у нас никаких кристаллов. Ох. Поехали. Я не знаю, где здесь вообще кристаллы заработать можно. По-моему, нигде. Шагоходы. Так, ну понятно. Ой, 5 волн здесь, ё-моё. А вот и шагоходы пошли. Ну и посмотрим. Ну тут пилы и бомбардировщики наносят более-менее им урон еще.
Электрический их замедляет. Мало ты даешь нам, мало, очень мало энергии. Фига вы там. Это что за фокус, я не понял. Да с какого перепуга такие танки-то пошли? Что-то как-то жестко. Я уже вижу, что, ребята, жесткач какой-то пошел. Конкретный. Ну, здравствуйте. Я ваша тетя, блин. А почему не сработало? Что за танки-то какие-то? Пошли мощные. Я не помню, чтобы какие-то были такие особо сильные проблемы, чтобы их не разобрать. А тут прям вообще какую-то жесть. Я не знаю, ребят. С этой стороны только, блин, с этой стороны. Ну ты посмотри, как мы их медленно расфигачиваем. Просто полюбуйся. Этот один. Все, короче, сейчас начнется. Этим вертолетом кто-нибудь занялись наконец-то. И пятая, наверное, будет оттуда волна, скорее всего. Правильно я думаю? Правильно. Или неправильно? Посмотрим, короче, сейчас. Да фигов там на этот, на воротник, блин. Просто фигов на воротник. Твою налево, ну... Да бомби ты вот туда, пожалуйста, а. Ну, есть. Фух. Справились, твою растудытушки. Ну что, у нас все получилось, да? Да. Лагерь реабилитации завершено. Правительство Италии благодарит за помощь и передает чертежи ракетных установок. Отлично. Правда, тут все недоделано. Все требует тестов и проверок. Недоучки. Зато они решили задачу с уменьшением размера ракет. Это да. В общем, командор, мне нужно построить лабораторию ракет, и после я смогу создать работающий прототип. Мне нужна новая лаборатория со стендом для тестирования ракетных двигателей, и мы сможем создать небольшие установки залпового огня с самонаводящимися ракетами. Построить. А я не могу этого сейчас сделать, потому что у меня, блин, постройка вот здесь идет.
Да, у меня здесь идет постройка. И что мне прикажете пока делать? По-моему, ничего. Я сделать все равно в любом случае ничего не смогу сейчас, ребят. Построить лабораторию и построить ракетную установку. Ракетной установки у меня нету, потому что нету прототипа завода нового. Ну что, друзья, тогда на сегодня я буду закругляться. В любом случае, мне нужно будет ждать 2,5 часа для того, чтобы я смог построить. То есть я закажу только на постройку, потом фиг знает сколько времени ждать, пока она построится, и только после этого я смогу купить новый вид оружия. Так что увидимся уже в новой серии. А на этом все, всем удачи, всем пока.